Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Михаил, канал «Картавый блогер». Нестандартная посылка. Прибежала курьером. Упаковка отвратительнейшая. То есть вот, не знаю, так быть не должно. Но оно так есть. Итак, что у нас? У нас Lenovo Tab 3 8 Plus. Он же плюс. Открытый, да? Давайте разбираться, почему он был открытый. Видимо, на него ставили какую-то прошивку. Пиздюк ты в маминой кофте. Что про тебя еще сказать? Тут переходник на адаптер. Не, вообще никак не положить. Китайский, друг, товарищ, брат. В рот тебе кило печенья овсяного с изюмом. Заказывал с отправкой из Москвы, у меня там пишет. Ой, бай, 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 короче, там трали-вали. 5-10 в Москве на складе, короче, были браки, шмраки. И т.д. и т.п. Я тебе с Китая отправлю. Я говорю, давай, давай, говорю. Козлячь ты морда. Не, отправил с Москвы. Может быть, все-таки... Да ни хрена нету переходника. Блять, ему цена 5 центов, я не знаю, этому гребаному переходнику. Но вот, вот такой вот переходник будет стоить, я не знаю, там рублей 20. Нет. Ну да ладно. Может быть, у другого все будет хорошо. Вот такой вот софт-тач. Покрытие. Даже не софт-тач, а какое-то бархатное, что ли. Приятная штукенция. Давайте посмотрим, как она будет в чехле. Нет, чехол очень, на самом деле, хороший, прям подходит, все хорошо. Вспышечка остается, сюда ручечку, стилус какой-нибудь можно перебубенить. О, вот так вот можно поворачивать, все это дело разглядывать. Ну да ладно, давайте посмотрим, что у нас вообще из себя представляет данный аппарат. Full HD дисплей, мультипользователи, двойные колонки, тра-та-та, Snapdragon, Dolby Atmos. И в остальном тишина. Ну что ж, коль тишина... Придется скачивать на него все необходимое и смотреть вживую, что он из себя представляет. Навскидку, вещь прикольная. Надо понимать, что у него есть две версии. Первая версия с поддержкой сим-карты, вторая версия только Wi-Fi. В данном случае только Wi-Fi. Пойду позакачиваю, погляжу и вам расскажу. Никуда не уходить. Так, ну что, давайте быстренько посмотрим,
что у нас из себя представляет GPS-тест, как он себя спозиционирует, найдет. Быстро достаточно он их подхватывает. Вот он, наконец, их нашел. 8 секунд у него ушло для того, чтобы себя найти. В итоге поддерживает, опять же, 3 типа спутников. Точность 15. Давайте я к окошку. Окошко стало веселее. Плюс-минус точность, видите, до 7-8 метров. Ну, если подержать, наверное, будет еще лучше. Причем, видите, у него есть несколько разных режимов. Стандартный, мультимедиа, чтение, детский, пользовательский. Ну, то есть, видимо, яркости и прочие вещи можно будет настроить. GPS-тест посмотрели. Давайте посмотрим, что нам покажет Banzain Benchmark. Что я сейчас сказал? Фигню я сейчас сморозил. Что нам покажет Banzain? По-моему, бенчмарк он и есть. Ну, так вот из головы все повылетало уже. Могу ошибаться. Давайте, наверное, перемотаем до непосредственно результатов. Да нет, правильно я все сказал. Banzain Benchmark 2681 очко и FPS-ка 38,2. Ну, не шибко разбежишься, но... Давайте посмотрим. Мультитач-тенсор. Что-то я вообще начал заговариваться. Это, наверное, все потому, как 10 касаний, видите, да? Без проблем поддерживает. Почему-то стал такой темный. Вот интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Какой-то непонятной причине он темнеет. Что-то не вижу я, с чем это связано. Здесь так не происходит. Но 10 касаний он поддерживает. Мультитач убираем за ненадобностью. Banzain Benchmark убираем за ненадобностью. Ну, давайте быстренько посмотрим, что нам покажет Antutu. Разрешить. Ну, а для вас, опять же, давайте перемотаем. Кстати, довольно неплохой результат. 74 028 попугаев кокоду. Значит, давайте посмотрим, что у нас из себя представляет устройство. Lenovo TB8703F. Да, он считается... Qualcomm-овский процессор, Android 6.0.1 64-битный, значит, Snapdragon 625, Andera 506, разрешение 1200 на 1920, камера 8 мегапикселей основная, достаточно слабенькая, оперативки у нас 2925 мегабайт, что вполне очень даже хорошо встроенной памяти, всего 1059, ну, что уже плохо, надо чем-то все это дело добавлять. Ядер у нас 8, и частота процессора от 65.2.8 до 2016 мегагерц, что, опять же, уже, ну, очень даже хорошо и достойно. 8 дюймов у нас получается размер, и 2000 мАч у нас получается аккумулятор. Я вот не знаю, есть вообще смысл брать, там, делать остальные тесты на него или нет, там, 3D-марк и так далее. По-моему, все это дело абсолютно здесь будет лишнее. Наверное, на этом можно будет его срезюмировать. В руке, в принципе, умещается. Вот здесь у нас... Сейчас посмотрим, чем тебя поддеть. Да чтоб тебя.
Значит, вот здесь у нас прячется лоток, в связи с тем, что он симку не поддерживает, сюда умещается только камера. Какая к чертям собачьим камера? Вот что вот за... Не быть мне диктором, ёкарный ты ебастас. Здесь прячется карта памяти. Вот сюда бы еще умещалась симка, но ее ведь убрали, потому как он ее не поддерживает. Закрыли. Все, щелкнуло хорошо. Итак, в руке умещается. Отпечатки, видно, остаются. Не видно? О, видите? Все в отпечатках. Олеофобка ни о чем. Есть вариант установить Android SMS, да, чтобы он все это дело читал, так как симки нету. Ну и как резюме, там, если нужен вам там навигатор, вот такой пум в машину поставить, да, большой, хороший, чтобы не ломать глаза, чтобы когда ты подъезжаешь к нужному перекрестку, тебе какая-нибудь личность не позвонила, да, сбросив тебе все карты, ну, отдельно как навигатор, милое дело. Для просмотра там каких-то фильмов, ну, опять же, да. Wi-Fi у меня сюда слабенько добивает в это место. Включать ничего не буду, так как грёбаный YouTube потом начинает втыкать какие-то страйки, жалобы и так далее. А, значит, в целом, ну, лопатка и лопатка. Приходит и приходит, стоит там в районе 10 тысяч. Ссылки в описании есть, надо заказывать. По большому счету, ну, вроде все рабочее, ну, проблем как бы нет. Единственное, да, как я уже говорил, маленький гребаный переходничочек положить у нас вот как бы вот религия китайцы, видимо, не позволяет класть переходники, бегайте, ищите тут. Совсем, думаю, можно закрыть всю эту обзорину, пойти его запаковать, отправить человеку. Он его уже ждет. Всем всего, до скорых встреч.